Я нажал кнопку не ту. О, Коля с нами. Смотри, как ты пришел. О, О, рука в пришла. прошлый раз была доска. Рука! Где остальной Коля? Что ты с ним сделал? 3 часа санхи, у тебя рука останется. Да. Нет, еще добавь чередование игунацию. А, я понял, Коля включил камеру, чтобы мы ему не звонили, а сам пошел делать что-то, убивать детей, отнимать еду у стариков. А, нет, он йог, ему нельзя. Наоборот, тогда рожать детей, давать еду старикам. А что-то квартира другая была какая-то. Или часть ее какая-то. Нет, там просто не обои хватило только на одну стену. А, ну логично, да. Так, что, Марина написала что-нибудь? Не, ничего. Да, уже Марина, понятно, списанная человек. Заниматься будем? А это кому вопрос сейчас? Николай! О! Та стена другая. Теперь все как должно быть. Сейчас она что-то пишет там сейчас. Да, уже не важно, что напишет. Николай, зажигай. А что именно зажигать? А что хочет, то и зажигай. Ну что, можно... Ну, давайте пятое упражнение зажигаем. Что давай? Пятое упражнение про МНО позажигаем. Ты заснул вчера на каре, скажи честно, да? На чем? Ну, мы такие это тебе пишем там. О, а ты что там, какое ты делаешь, там, инфинитив, там, причастие, а ты так и не ответил. Да, я перепутал. Я думал, что мы делаем тоже ППП. В общем, я смотрю. А, я был. Снова ППП. Я был прав, я был прав. Круто. Но ПП это неплохо, потому что их много. Поэтому видит везде ПП, это тоже не худшее. Вот. Ну, приступай тогда, Николай, что ли? К пятому упражнению по МНО. А пункт пункт там А. Мы же уже раздолбили в прошлом. Раздолбили? Ну, тогда давайте, пункт Б. Пункт Б. Итак, у нас суффикс тум после гунации корня. Носовая корневая Только я исчезает. там не нашел таких. А, банк, да. Банк, то есть. Значит, добавлением суффикса тум после гунированного корня. И, в общем, какая там носовая гласная исчезает. Вперед значит, из песни. Основа ап. Прибавляем. Перед тем, как прибавлять, Получается проверяем. Аптум. Вот я проверил. Аптум. Go. Просто чётче, я хочу, чтобы вы различали, и чтобы я мог вас понять, Аптум. Аптум или Аптум. Ага. Нет. Разногласий нет? Поехали дальше. Основа И. И... Нет, основа И – это корень И. Корень Получается, И. Применяем, соответственно, гунацию и прибавляем тум, получается, этум тоже одобряет. Угу. Когда одобряет, значит, у нас вопросов в принципе не Дальше. должно, не должно быть. Ух.
Значит, что означает сами корни, основные значения на русском языке нашли? Хотя бы, например, у Ну завязника. да. Я перевел с английского просто. Согласен. Там может быть неточность, Алексей. А эти корни все-таки базовые. Их нужно знать именно в первичном значении в Ну, я русском. понял, И в да. переводе, В скажем так. филологическом, так В... сказать, ключе. Смотрите, Чтобы точность вот по была этому слову предельная. я, у Пример меня был есть своя понятно. версия, а у Полпоух? другого ученого другая. К моей версии мы делаем гунацию, и у превращается в о. То есть у меня получилось отум. А у товарища Бакнула, он говорит, что это ухи там. Да. Я не понял, почему. У Кочергиной нет этого слова. Так, а у Кочергины? Корня нет, да, к сожалению. Там, скорее Корня всего, нет, да? должна быть какая-то сандха хте. Но. Ну, это Да. хэ по-любому там остаться не может То после... есть, После какая... идет Вот мы Т. так и не научились определять, какая это хэ. Потому что хэ у нас две. Да. То есть, либо Как бы, это боюсь, не научимся. огдхум, либо ог... Нет, огдхум. Вот так. Два варианта. Когда слово... По аналогии смотрим. Тут Сах, например, сах. непонятно, какой корень является аналогией, то есть. Ну. Да, согласен, но Ну, по-любому оканчивающийся на сейчас х это уже неплохо. раздолбим. Сах, сах. Сах есть. Сай, содхум. А, содхум, да. Подходит, как бы. Будьте здоровы, живите богат. Спасибо. То есть получается у нас что? Ну, Получается да, о то есть, в отхум. принципе, Есть у нас подходит, как такое? бы, по логике. Николай, Я доверяю как тебе такая Бакнула. логика? А не, а в Бакнеле что там написано? Так вот я про что там? Ухи там. А, Ухи ну, может тум. быть, да, в окончании я Тум, возможно. тум. Наверное, ухи ту. Да, ну да, это правильно, ухи А, ту. давай, Вот ухи тум. ну почему. Сахитум, да, или сон. Тут через запятую два варианта. То есть один из них, видимо, был бы ухитум, да. Странно, я почему-то не могу на. А, вот. А, да, вот, да, все верно. Ухитум. Вот почему ухитум? Почему Багнул так думал? Вот что тебе могу сказать? Есть о чем подумать сейчас. Ну, всю секунду Да. я... Получается, он вообще его не гунирует. Ну вот. На этой Да, я прекрасной поставил. ноте Да, я пока окей, пожалуйста. ставим Дальше. вопросительный знак. Дальше. Вот этот любимый глагол И кр. оставляем Так, его. ну-ка, Ну-ка. и мы его после гунации и всего остального получаем картун. Да. Но с ним, да, с ним все честно. Тут почему-то просто... Почему-то... Дальше. Ух. Ну ладно, это, конечно, вопрос. Дальше. Потому что... Дах. Ну я... Да. Что? По Монеру Так, а по Монеру тути смотрели? там. По Монеру смотрели? Ну, ухи По там. Монеру Нет, нет, а, это Марина Вот, ну должна да. была. Ну, в смысле. А еще Ну, она Марина, видите, сейфону компьютер сказала, куда делась. еще не накопила. Ну, тут Так она сейчас... должна Я же не залогиниться в свой знаю ее скайп, сейчас... и для нас это вообще Как? прозрачно как-то должно.
Вот я сейчас сделал поиск Но по вроде да. Ухитум. Он. А, опять. А, да что ж такое? Ухитум. Давай, Нет, он давай, ничего не давай. нашел мне. Да. Так ухи-то понятно, что Хорошо, не найдет. Он ухи ух есть, должен, ух, да. да. И что Потому что нужно корням ищет, проверить? а не по Там есть формам. форма. А скинь ссылочку. Есть ухи, да, например. Блин. Ссылочка, ну давайте сейчас вот Это же там где я сейчас пиздец. ищу, На вот. ух, да, было круто. Вот, на и вот ух там есть. А, понял. Да. Чё, нет, JavaScript. там на ух нельзя. чё, Здесь я вот по этой ссылке что нельзя. скинул, я и сделал. Да. А, само слово, Ссылку на понял. само слово Ух. имелось в виду. В смысле, А, ух, в большой. словаре, что ли? На ссылку в словаре или что? Да, нельзя сделать. Так, Да. ухати, ухи, ухи-то. Хрен пойми. Ну да, уходи. Уходи, да. Ухат. Не, отсутствует, короче. Почему-то. Уха. Уха. Хороший суп. О. Нет, не о. Давайте оставим так вопрос и пойдем дальше. Что делать? Не знаю. Так. Давайте, следующее слово «дах». Давайте. А. Да. Ну, там, правда, было А два дах-то варианта точно у меня помогает опять. Саха. Потому что непонятно, да, какой «h». В общем, Ну вариант да. первый – это Тактхум, который Бакнул одобряет. И, возможно, второй вариант это Дардхум, Ага. который Бакнул не одобряет, но он есть. Ну, у Слизняка 4В. Там Езди. H2. А, в смысле, правило такое. Да. Четыре. Да, тут Не, мы просто по неправильно, Бакнулу потому что вариант если у у нас Бакнелла есть, Бакнелл H1. пытается То перечислить есть все получаем варианты. Дактхум. Ну, там, скорее всего, только один возможен. Это из таких древних корней, известных, поэтому с ним принимаем как данное без вариантов. То есть, да, по-хорошему хоть называется, хоть приписывай в книге А себе, лучше какой научить это ловить хэш, чтобы рыбу, потом как уже бы. к нему не возвращаться. Но, блин, был бы учитель. Ну, честно, с этим ха Ну не да. готов сказать, как подстелить травку себе, Ладно, дальше чтобы не банк. мучиться. А, ну да. Бен, это типа гореть. Бен. А, банк плюс тум. Ну, соответственно, я N думаю. уходит. Ты у нас в конце перед ты, сам понимаешь, оставаться не Не, ну да, может. понятно. Есть надо максимально ТДХ. мучиться до того, как открывать Ну, я справочник. бы сделал тогда хорошо, я бы Нельзя сделал сразу тогда. открыть справочник. Сейчас уж помучиться надо. А там есть это правило. Да. ДХ плюс Конечно, Т. получится. А ты что думал? Там получается 2D, да? Да. Бад ДХУМ. В хум. прошлый раз. Бад хум, да, вроде? Да. Я не знаю, откуда я это помню, просто помню так чуть-чуть. Воплощение, да. А где это? Вот Из он. прошлых.
Так, пункт. Какой пункт, подскажи? Сейчас. То есть, а, это примечание вот это, что ли, где D и... А, да. Да. Вот, Нет, чего? подожди. Где-то же я видел. А, Нет, вот, 4b. БХ, ДХ, ГХ плюс Т. Да, получается ДДХ. ДДХ. БДДХ. Ну, БДДХ. Это у нас завязывает, скорее всего. Да, у него значение один, этот код ни с кем не перепутаешь. Да. Ну, то есть ддхум, бад ддхум. Дальше рух. Ну опять же, по санху вариант. Рохтум. А там и нету разве? Рохитум. Не, ну понятно, что вот как раз по аналогии с ух получаем, что, скорее всего, правильный вариант. То есть, по-моему, к Чергиной там. Рохитум. И то. Да, Родхум и Рохитум. Два. Сах. О, let's go on. Было. Ну ладно. Сотхум. Факи. А, кстати, про вставное и как эти корни сета, они там где-то у Залезняка перечислены. Они метка, там же метка есть. Смотрим. У него в начале списка корней есть список символов используют. Сахитум. И сотхум. Сортхум. Ну тут получается в этом списке три корня на х. В принципе, получается два одного вида х, одна другого вида, да, получается? Сейчас, давай. Сейчас я скажу точно. Там нету ничего про сет. Сейчас посмотрим. Да, в списке важнейших корней. Я... Так, список. Так, смотрим. И вставное в части хвата. Это и есть сет корней. Вот корни это самое. Сет, да? Вот это и, которое стоит у некоторых корней. Это оно и есть. Ну, как бы, то есть, типа, сахтум, да, но это еще прибавляем из. Получается, сахтум. Хорошо. А вариант вот сотхум. Да. То есть мы делаем. То есть тут что получается? Мы делаем гунат, а на О. Но вот метод. Это нету. Откуда О? Метод происхождения вот этого второго варианта, а? К сожалению, для меня остался загадкой. А, это 4В, да, у нас? То есть H2 плюс T, получается H. И А меняется на О. Все, я понял. Да, почему О? Ну, потому что 4В там идет дальше. Ну, это ладно, случае, а почему? С изменением там А на О в нашем случае. Получается сотхум. Сотхум. А, вот жопу. Ой, в смысле, это...
Все понятно. Что тут непонятно? Все, загадок не осталось, кроме как определять. Это надо просто с собой распечатывать, короче, вот это вот санхи Залезняка и всю жизнь с собой носить. Да, или учебник лихушный. Вырвайте соответствующие страницы. Но Ну, Николай Николай еще, хотя Филарипа я и слово Лобач, да? еще не получил, Одни получили учебник за Алексей резинка, уже получил. другие нет. Ну, снова, в общем-то, видимо, все. Да. А, ну вот получается, ага, Так, значит, это Залезняк второй, да. А подсказывает, если он что был бы сах первый, это то хэ было второй. бы Видите? интересно, было Ну бы да. Са-гдхум. Вот. Но это, да, это не то. То есть, получается очень интересно. То есть, мы у слов там, помимо всяких... То есть, по-хорошему, получается, зная Ни просто хрена корень себе. пока Так Чельгерой, это вы она нифига не здесь? можете его поспрягать Да, я этот вас слышу. О, круто, мы тебя тоже. Очень плохо просто. Мария? Доброе утро, она хотя бы слышит. Она ничего не видит, но хотя бы слышит. Ну Тоже так вариант. нечестно. Я тоже все Смотри, мы тут сложное сложное все закончила. Сейчас Закончили. Мы петь сейчас будешь? легкотня уже, поэтому вас подключили. Будешь петь? О. Я А думаю, можно да. мне? Ну что, Мне, у меня был Николай, будем вопрос считать, по что вы пятому Б. справились с пятым Б. Я не поняла, где... Мы отложите все интересные вопросы, А, давайте, так, говорите. сейчас скажу. Вух, вух. Почему? И В мы. общем, что-то... У меня стоит вопрос, что-то там я не А вы поняла. что? Ну, Вух и да. вда. Ага. Да, все верно, да. О Вот происхождении эти буквы два. Х, да. Потому что все Значит. остальные я сделала и поэтому проверила. И у меня все сошлось. Марин, смотрите, получается, вот сейчас на примере вот саха. В сахе у вас тоже должен был, в общем-то, быть вопрос. Но открываем, значит, получается, 14-ю страницу Залезняка и смотрим Да, корень сах не у задавайте мне таких Залезняка. Откройте сейчас. вопросов. А, у вас же правильно, вы же... Sorry, я забыл, да, что вы это... Ну ладно. Суть в том, что там в Сахе подсказано, что это Х2. А в остальных, ребят, гляньте, пожалуйста, потому что, может, вы быстрее найдете, чем я сейчас. Ух, есть? Ух, может, это не быть. Все. Суть в том, что Один или просто нам надо Х2? знать, Не, ух, какой это нету. Х, Тут нету. Марин. Получается, у нас Х3 уже. Так, а что у нас еще? Дах какой-нибудь? Ух, нету, Нет, да, да, ух, еще, да. он не попсовый, вот в чем дело. Дах, дах будет, дах будет. Дах, Дах он без гореть какой-либо пометки, то один есть звездочка. не, Х ну все получается правильно, первый, будем он первый, считать, да? поэтому получается, что Следовательно. гдх, то есть дагдхум, все верно? А один это обозначает что? Один, а это означает класс глагола. У нас 10 классов глаголов, Ну поэтому тогда это это самый не это попсовый, не самый классный указание класс на глаголов H1. первый, который, собственно, мы пока проходили. Нет, это не указание на H1, потому что оно было бы в нижнем регистре у самого Типа просто, корня. просто понять, что вот так Вот, почему-то. поэтому насчет уха, Марин, ничем особо помочь не можем. Руха тоже Приходится нет. Чем бой там смириться. у Залезняка Смириться и жить дальше. есть ру Нет, там просто. да. Руч, Рухом у ру. меня все в порядке. Где нету? Руха То есть нет. есть рудх, а есть руда, а рух нет.
А, Глухо блин, нет, все, глухо. слеп. Ну да. Сейчас, про что Нет, говорите? Рудхи и Рух. Думаю. Это там же все. Что вы, ребята, совсем что ли Птицы, сблендили? то есть, да? Они мне утверждали, что Звездника нет Руха. А напомните, пожалуйста, рух. Рух это из популярных корней. Подскажите, рух Если бы у Марины это был бы какой H? компьютер, она бы Это могла посмотреть, но у нее H2? нет ни компьютера, ни книги, поэтому в телефоне много не посмотришь. А почему тогда у нас Можно еще получается раз? Нет, H2 у рух нас меняется H2? помечается отдельно, поэтому если он не по умолчанию считаем как H1. На что меняется? Громче, пожалуйста, Марина. Ну, конечно, это же телефон. Вот аж Пожалуйста, громче, как ваш нам телефон понять, когда явно H1, а когда увеличен. H2? Что меняется? Но получается, в списке корней Залезняк помечает H2. Да, скорее А всего, если это он не помечен, словарная значит это процедура H1. такая. Как бы вычленить из самого корня это невозможно. А, ну если тут Словарная процедура, H1, да. тогда рук Наведение Х, справок. да, все правильно. Так как корней А на двух в Х итоге не так-то много, что в ну, то итоге? есть в методном запоминании. Какой вариант? Какой вариант там? А вух мы принимаем просто как данность Но Коля, кажется, нашел то, ухи что тут. на дыбе. Не, А? смотрите, смотрите, по поводу рух, все-таки еще раз Ну, возвращаюсь. того, Ух, что если Залезняка Залезняка его должно нет, быть мы О. достоверно Должно быть там утверждать О. не можем Но, сейчас. ну да, там его можно вставить, как бы нужно вставить. По поводу рух, я пытаюсь сказать. По поводу рух, в этом бакнул, там у него два варианта. Так, Это Рух, рухи там, Николай, что нуль. там ты на... Нет. Давайте уже оперативнее. Я оговорился. Рохитун. Говори. И второй вариант у него это Родхум. То есть то, что соответствует H2. Рохи там или То Рохи тум? есть рух это H2. А, у Залезняка H1. Отлично. Нет, но у Ага, него, ну все, видимо, вот просто у него не отлично. помечено. Ответ на Видимо, Марине вопрос H2. опечатка. А, у него Боги, у просто. нас род тум или Короче, я что? выпишу это мне Родхум, да, интересно Родхум докопаться. Д с точкой. Да, все. Что? Николай, ты Рудх смотрел как 297-й корень или как какой? Я понял. Нет. Ну, у каждого Почему? корня есть свой номер. 99-й. Ты уже один раз смотрел не тот Да. кор, И там поэтому еще я Тюм. спрашиваю. Ты смотрел в 297-й? Да, у них два. А. А, Не, хорошо, его, слава богу, все, кстати, у никто не спрашивает. Залезняка два рутха. Один с первой Х, а второй со Потому второй. что у Залезняка, ты же видишь, Поэтому. Рух имеет также и Рутх, поэтому ты мог и... В итоге, ух, ох, отдыхум. Кстати, я не въехал, Да, почему О. Там, конечно, Правда. есть во всех трех случаях изменение предшествующего, но У соответствует У долго. Почему? Вот. У нас У меняется на О, это гунация. В чем? У меняется А, господи, гунация. все, да, В общем, у нас, пардон. в общем, по итогу здесь получается, что Нет, тут в все целом совершенно честно. все понятно, Гуна за исключением тадамо. только Ухи там. Ой, ухи, Ухиту. да, и все. Остальное все более-менее понятно. Ну, стало, по крайней мере. Потому что было непонятно. Ну. Ну да. Первые 8 часов было непонятно. А потом 30-й корень побакнул.
оказался Ухитум. Ну да, то есть, по идее, там должно было быть что-то типа Честно, да, непонятно, почему Ухитум Отхун не там, ушел так или же, как и все честные что-нибудь типа товарищи этого. в Гуну. Да. Этот вопрос будет мучить вас до Да-да-да. конца дней, но Посидеем бородами. предлагаю вот такие все-таки интересные вопросы, не просто помечать вопросиком, а выписывать где-то в Только я отдельный хочу список, сказать чтобы к ним можно было вернуться, что-нибудь со словом толкнуть, когда и меня не мы... поймут. Коля, Да кому ты посидеем, вот я собираешься уже говорить на посидел уже. санскрите толкнуть? Нет, С достаточно. Кому санскритским ты что наркоманом? толкнуть на санскрите? Да. Ну да, вот. Но На то, что... надо было сделать 6. Кто-нибудь 6 сделал? Я. Но вдруг Молодец. этот вопрос Вот будет ты и мучить его. Так, отвечай кроме так. 5Б мы что-нибудь якобы проходили? Тетрадь, да, это у меня есть. Ну, Аджи, Перевод. ну, да, давай, Марин. А, она же... Нет, ну тетрадь-то ее мы не Вносить отобрали у и нее. двигать, править. Ну, давай, Марин. Аджати, да? Корень адж что означает, Марин? Ну, вполне достаточно одного значения на самом деле. Сейчас я упаду... А, фу. Я Какой уже думал джа? упасть в обморок, что у меня в списке корней Ну, залезняка есть корень старик из L. нашего... Откройте, пожалуйста, список корней залезняка, и там есть корень джар. Оперативно, у кого есть компьютер. Джар. А после джар, посмотрите, как выглядит следующий корень. Он на русскую букву большую L. Я уже думал, все, залезняк убьет меня, когда увидит мою L. Я думал, все, у меня поехала Какое оно просто? эта Правильно? самая Настя, Настя. конвертация. Я введу. Слава богу, это все-таки J плюс I выглядит так, как А, да. русская L. Итак, А, корень которую, H, да, первое значение, которую какое, гонят, что Марин? ли? Гнать. Гнать, гнать, гнать. Уж, Это а, как в слове уж, коза. сойти. Тот же корень. Нет, H. сойти, да. Гнать. А почему А? Угу. Да. Так, гнать, О, ош должен. хорошо. Ач. Нет, у должно уходить, то там уж корень-то. А, нет. Нет, мы ко Мы уже второму. второе Гуна. начали, Марк. А уходит в гуну и остается им же. Аджати. Так, какой уж, когда ач, Марквес корень? провалы. Гонь. А, Гонь? второй. Так, а первый, кто у нас оказался? Гнать. Ну нет, аджати. Ну да, И что гнать. означает он якобы? Аджами, аджати, или наоборот. Он Он гонит. гонит. Да он гонит вообще. Я толкну ему. Сейчас. Ну почему-то мне написано А. Он гонит, да? Нет, А шати у меня написано. Почему, не Хорошо, знаю. уж. Уж. Наверное, это да, Что наверное, получилось это из уша? он. Нет? Возьмите его, как бы. Сегодня схит. Потому что Что А? там Просто А без без ничего? палочки. Лошади. Burn. Он burn. А, о, не хочешь, не хотите? Burn, Жжет? Да, почему нет? burn. Он жжет, толкает и гонит, как бы. Burn, baby, burn. Сборник блатных Хорошо. выражений. Да, как-то подборочка. Весь жаргон в одном имено. Да. Раджи? Да? Эх, чего? Что? У меня написано все на Деванагаре. Я не понимаю, что ты сказала, что А, то написано есть ты дальше. переходишь в каракуле, а из каракули уже никуда-то. Да. Ну там же Что там? Что там в оригинале? РЧ. РЧ. Р. Р.
Рчат, точнее, получается, да. А, обратно не получается. Рчати. One way ticket. А почему Р? Там же А. А почему? Рчати. Рчати. Так, а, это же гласно. О. Оно же уходит. А, блин, да. Оно же поднимается в гуру. Ри, да, там? Р-то не остается слоговым. Марин. Ну, подожди, я с телефона. Р-гласная, да, но в гуни-то оно уходит не в гласную. Да? Ну, да, Р. Нет. Марин, я почти не понимаю, почему у вас до сих пор обои на стенах, а не плакат. А перевод? Осуществлять? Да, я сказал, почему. Ар. Хвалишь? Ар. Схваляй. Р стало Ар. И что получилось? Окей. Арчати. Дальше. Нет, дурацкий какой-то перевод. Да, вот почему нет. Тащи спахать. Поехали дальше. Ну, их же там много. Каршати. Хорошо, да? Хорошо. Да, что означает? Корень, что означает, Марин? Да. Нет, а тут так, мне написано хорошо. Просто так. Одного значения корня вполне достаточно. Не знаю. Да это мерзкий гном уже, осторожно я уже. Я тем более сейчас, из сегодняшних утренних выпускных историй, не могу вам связно сказать, почему так. А тогда в чем мысль в одном случае перегонять в гуну, в другом случае не перегонять в гуну? Да. Кто там следующий? Хорошо. Клуб. Ну, теперь-то вы уже поняли, что тупа, в нормальной обстановке гунации R слоговой остаться не может. А это просто клуб? Хорошо, дальше. Клупа-те у меня написано. Ну у да. Написано, калпа-те. А, калпа-те. Калпа-те, калпа. Я сказала. Какой клупа? Нет, я сказала калпа-те. Вы сейчас сказали клупа-те, что ли? А не хотите в гуну? Вот это странно. У меня написано, что это быть упорядоченным и управляемым. Или... А мне послышалось клопоте. Да. А, хорошо. То есть он что делает? Вот, да. Что там? Это как минимум двойное. Это... Боже, какая фигня! Это вы что с английского переводили. А там ничего, там нет корня. А калп согласно звезднику. Fit succeed. Там на английском. Fit succeed. Вот что получается двойной перевод. Никуда. Ну да. Ну да. Так что besuitable too, отлично. Ну, вот так вот, Марк, да, как бы, да? Посмотрите. Служить, подходить, быть подходящим. Так в итоге-то что? Как переводится калпате? Он подходящий. Да, оставляем как. Бесюта было. Хорошо. Обувь подходит, хорошо. Шестой. Да. Шестой. Какая-то манечка носит лабутен. Круж, да. Ну, круж. Подходит, в смысле, например, обувь подходит. Выкрикивать. Нет? У меня знак вопроса стоит. Плакать же, не? Круж. Вообще, край плакать. Но если край out, то это выкрикивать скорее. Он индус, Марин. Круж что означает? Белый индус. Страшный. Но как это прям делать? Выкрикивать? Но пишут, как прям не кричать, а прям выкрикивать? Так и что? Нет, это имено. Имено мог немножко приврать так чисто. Сейчас, секундочку.
Нет, он не индус, он белый. Ой, дайте я сейчас запишу. Странно, а тут у него нету груз. Он пишет как индус, с кем не бывает. Есть, так вот, грамм давай, есть. Согласно заезднику круж, что нету первое значение? Нету круж. Нет такого глагола. Заездняк в нашей Библии, все остальное это комментарии. Делаем... Мой не видим. Круж не нашли? Бакнул. В Библии нету круша. Ждет вам, все открывает. А что нам бакнул даст? Где смотреть у бакнула? Ой. Открываем в таком случае, что... У меня заработал компьютер. Да нет, мне да. Что-то вообще не справочник по глаголу. Я сейчас поэтому... выйду и приду снова. Ну, открываем бакнула. Я выйду и приду снова. Бакнул это комментарий. Да, нашел круш. Бакнул, есть круш 55-й. Так это, нас, это получается у нас... Да бросьте, пройдет. Тоже инфинитим или что? Я не понял. Это тоже пройдет. Цит? А вот что... Вот... Бакнул, 55. А вы можете потом вот нам вот пояснить по бакнулу, что значит вот эти все? Цит, угу. Пас. Да? Та-дам! Не, привет. Нет, у нас же получается как цит. Да. Я воплотилась. Вау. Да? А хорошо. Вы смеялись надо мной. А там же есть список да? Аббревиатуры, Коль. Нет, вы что? Ты я не поверишь, знаю, но... Было. Сейчас скажу, на какой странице. Но точно не оно. Да. Проще. Вот оно! Ой, с картинкой! Во-во! Живая! В общем, вариант... Как это да, а как переводится? Вот чем нам может бакнул помочь? Это где смотреть? Короче, она на Linux уже. Список аббревиатур в конце, да, Николая, книги. Выкрик. Боже. Нет, переводом, конечно, мне нам никак не можешь помочь, но выкрикивание хороший, в общем-то, перевод Марине. Хан? Да. Ханати. Нет, не выкрик, он выкрикивает. Выкрик это все-таки уже... субстантивация. Копает. То есть, как бы, получаем существительное. Здесь существительное не получаем. Здесь чисто глагольная форма. Копает. Поехали дальше. Кхан. Кхан. У нас второй Николай есть. Да, никаких вопросов быть не может. Чар. В принципе. Кстати, нет, с чаром что нормально. Говорит заездяк, Николай? Что кхан означает? Идти? Ну и все, значит... Ходить? Шевелиться? Чар! Двигаться? Марин, чар! Вообще нет... Делать? Чар... Двигаться? Чар, что означает первое значение по залезнику? Нет. Шевелиться. Но я но надеюсь, что нет. У залезника двигаться идти просто, как бы... Двигаться! И... Я же говорил, что чар это глагол, а означает чем хаотичное движение. Шевелить. То есть это не целенаправленное от А до Б, хаотичное. А хаотичное. Двигаться у него дано первым. Следовательно, оно более первичное. Которое G. Шевелиться это как будто бы можно на месте. Потому что лежать и пошевеливаться. Нет, это все-таки тоже не чар. Чар это надо хотя бы ножками уже двигать и стоять на земле. Достигать, подчинять. Побеждать, выигрывать. Да. Выигрывать. G, да. Почему нельзя, если побеждать? Побеждать. У залезняка побеждать G. Тоже есть. Да. Нет чего подобного. Полная фигня. Вот да переведетесь с Мони Вильямса. G одно значение, побеждать. А мне друг вам. И тоже однако есть, а должно быть. Однако в прошлый раз я была права, дураган. Марин, вот доиграйтесь с Мони Вильямсом. У меня вопрос по поводу этого G, потому что там есть два варианта. Есть базовые значения корней. И G и я Мони Вильямса из тройного перевода вы можете получить какой-то суррогат. Вот. И правда, что ли, что оно переходит в Парасмейпаду?
Ну, потому что Ну, GT, я это пассивное значение получается. Нам пока оно само не неверенство, интересно. идет инфинитив. Может, он изначально про смайпа подумал. Почему же переходит по расмайпу, да? А откуда И оно переходит? нет. Нет, мы еще делаем гунацию вроде. И получается в Э. Да, и еще добавляем АТ. Итак, берем что? G плюс А. А e Что? плюс а это G, и плюс что? А что дает? Нет, GIT это вообще как бы я другой вопрос. А в Мони И Вильямсе получается инфинитивом в дается Э. GT. Плюс. Так. Да, нам инфинитив-то не нужен. Я у нас явно не получается. А, ну. GAT. Ой, То да, есть. не, да. В общем, вот этим самым третьим лицом дается почему-то GT. Я не поняла, почему. Он от Money под. Так зачем нам инфинитивка? У нас третье лицо presence. Он же берет то, что засвидетельствовано в реальной А вот литературе. теперь МНО еще один без разницы. вариант Есть оно в интересный. Вот литературе, у нет, Бахмова генерируй, GIT. падла. А Моня, он типа честный чувак, он книги почитал и выписал, вот что в книгах вот GIT. такая Но реальность встречается. это с Только, пассивным, да? значит, вот. Я не поняла. Ну, собственно, второй вариант Чем Марина, нашел, вот то, Е что и она А, нашла какая у санкция Манера. будет? Так, ну сейчас и подумаем, как у нас он получился. Нас есть У та табличка же нас сам, были Ласты. санкхи, Точно. значит, сейчас. Ну, ЕА там типа Да, авография. сейчас, значит, у Следующее нас условие. были. Сейчас я у нас. Сейчас. Потому что нет следующего слова. Ну, есть вариант, смотрите, есть вариант yes, а долгий, ну, это, Сейчас. короче, по... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тут нет никаких авагов. Пока я Нет, все это слишком... освоюсь. А, ну да. Короче, занятие седьмое, Правило три. третье правило. Тут всего два. Не-не-не, три-три. Три. Ну, так тут и Ю, и Р. Это не Э. Так у нас и... Ну. Что там? Это тогда вообще взрывает мозг. Тогда не... То есть мы, получается, правило Санхи до гунации используем? Это как-то вообще странно. Какой урок тут? Алло, Седьмой, какой седьмой, урок? До того, седьмой, как оно да, стало седьмой. Э. То есть, посмотрите, получается примерно так. Мы Сейчас, смотрим, подожди. ага, и делаем гунацию, потом прибавляем А, возвращаемся. А, да? Нет, я тогда писать не буду. Пока. А у тебя что, черновика Нет, нет? Николай, дело в том, Нет. что корт G основа настоящего Охренеть. времени. У меня есть карандаш. Джая. Сейчас, А у дай бог меня не соврать. блинчик есть, но я тебе не покажу. Что за блинчики с утра? Все, чистовик. Нету. Она же домашнее задание не делает, поэтому ее такой проблемы нету. Три. И что там три? Ну, вообще, G, да, G, G. по санкции Дело в не том, что пишем, да, G и плюс А это основа я. настоящего Вот это времени, так да. пишем. GIT, Нет, GIT. фигня, что есть. да. GIT, да, вот по санхи ликушный. Но это если, вот, тогда нужно понимать, как делается гунация, то есть, как бы, ну, как делать правильно с гунацией такой вариант. Так это просто теоретически генерируем. Такого слова, получается, нет, не употребляется нигде. Почему? GIT не употребляется? Даже у Мони Вильямса Употребляется? GIT, как бы.
Джай это же, вот, допустим, в чарисе Хануману, Да, там через слово, там, победа Хануману, и там это какого слова нету? часто используется, джай. Употребляется, увы, это популярный корень. Да, эти списки я записал, я посмотрю. Я Значит, пусть это будет второй вопросительный знак, Алексей, который ты мне а вы мне выпишешь отдельный посмотрели список, и я примеры у расскажу, что мы Клеопатры в якобы разных должны были знать к контекстах? этому уроку. Точно, да, я помню. Так у меня, Марк, тоже все записано. Не беспокойся. Серьезно, Все ты мне прочно как бы лежит в сделай, бумаге, да? вот я тебя прошу как человека. С топором. Все А у НВ записано. какая у него? Джая? Джай, Джая. Есть, а в настоящее время Джая, да? А при этом корень G. Угу. Джая, Роман. Джая, Джая, Джаяти. Почему он Джаяти, а не... Да, считаем, что Джая. При этом корень G. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Поехали дальше, но Алексей мне предоставляет этот корень вместе с предыдущим нашим вопросом в отдельном списке не до конца разгаданных вещей, потому что я должен был вам что-то рассказать, но не рассказал, как мы. Ой, да ладно. Тар? И следующий корень, Марин. Ничего А себе. как? А как это? Да. Так это же танц. В слове Ага, аватар. хорошо. Слово аватар от какого Ава. корня он исходит? А что такое Ава. ава? Конечно. То есть это слово санскритское аватар? Слышали, видели Конечно, такой фильм аватар, да. «Аватар»? Это от Да. санскритского корня А нет, «тр». аватары, да, они же все аватары там. Вот Так, да. а А? что мы смотрим? Ава это приставка. Открываем список провербов по Список заказнику. превербы? Вербов это что, приставок? Конечно. Это в Вниз каждом прочь. колхозе знают. Давай. Приверсу. Вниз. Это вниз. Да, вниз. Ой, Список круто. превербов. Скажи мне, что означает ава? Да, приставка это одно и то же. Верно. То есть это тот, кто перешел вниз, Вниз и прочь. спустился, то есть упал, то есть Нет. подскользнулся. Аватар это тот, кто хотел, Нелегких но не путей. смог, в общем, Советуй оказался у сочинить. нас. А мне фильм не понравился. Вы что, правда не знали? Да? Вы что, это же из тех вещей, которые вообще Ну, в наверху мою лежат, бытность, на поверхности. невежество и Где страсть, бы вы фильм «Аватар» он мне посмотрели? нравился. Сейчас уже, видимо, меньше. Ох, ни хрена Любит себе, как вы заговорили. самообразование и не знает, что аватар Прям это Садху сидит тут в левом окне. Серьезно? Николай, а тебе? Да. Эй, Да. нет. Что, пересекать, да, и что? Он... Переходить. То есть все корни мы смотрим по залезна... по залез... Ну, про питерских не будем, да. А, значит, Супер. тарати получилось у нее, да? Дру. Ну а что, у Залезняка нету тар, что ли, еще скажите мне? А Нет, мы Залезняк узнаем по его, но не списку. понимаем Переходить, смысла. А преодолевать. теперь мы понимаем Переходить есть истинный у нее, смысл. конечно. Да вряд ли. Что, да вряд ли. Нет, я серьезно думал, что вы серьезные люди, а вы старым не сталкивались. Да, не Точнее, не санк, узнаете то есть его. чисто. Но непонятно, что такое было Тар и что такое Ава. А теперь все ясно. Все Ну, встало на свои места. вообще очень странный перевод. То есть да, это это тоже вряд ли переход люди вниз. не понимают.
Аватар, да. То да. есть вообще, Да, то есть тут даже и никаких ни суффиксов, ничего, да. все чисто ведь приставка, А, да. Приставка хоть. подождите, так это же там еще деятель, еще тарта. Это тот, кто совершил этот переход. Это не просто сам переход, это тот, кто. А не может быть Это. Нет, дело в том, что они суффикс все и в данном случае приставка без это. корня? Это корни сам. Я понимаю, о чем ты Жаль. говоришь, что это. Марина продолжает дру. Дру? Дело не в деятеле, А, дело в том, что просто это сам корень. дровати. Дровати. Сам корень такой. Ухо пусть возвращается на Суффикс и место. приставка без Дровати. корня. Нет, такого не Дровати, бывает. да? Бежи, бежи. Нет, дровати. Где О, Дру? она сказала дровати, у меня ухо По отсохло. интонации мы поняли, что нет. Нет, стоп, у меня получилось. Дрова, то Все, есть, да? Все, Нет, пардон. перевод друг. Дровати. А Все. меня, кстати, я Дровати, путаюсь, да? когда Николай, у в дровати. превращается в это ва. Я поняла, что я не очень Так оно уверена. там в ва превращается или в о. Это в каком Да, часу? Во вот. втором часу ночи у тебя получилось? Разнородные. Так смотрим, у нас получается суффикс, да, Ва. суффикс В. ати, В. ати, значит, а это какая гласная? Все. Это, если сопоставить Ну, то у есть и а, получается. это однородные Тогда. гласные или разнородные? Разнородные. У перед разнородной гласной преобразуется в. Да. Ни. Вот вам и счастье. Так, понятно, нет? Дрова. Дрова, да. Дрова. Хорошо, дальше. Так вот, От тот же корня вариант ни, вот в вам «Моне нужно открыть Вильямсе» просто предлагается, словарную что статью с корня ни в Большом Петербургском словаре. «джи» Это несколько страниц на со «яти». всеми А это возможными еще седьмая комбинациями нота, кстати. префиксов. Они между собой еще цепляются. Это корень бомба. Ная. Ная ты. Да. Верить на слово. Дело в том, что Вести. просто это класс глаголов. Дело в том, что G и ни, они Тайное похожи одного знание. класса глаголы. И, Да не собственно, особо, даже у Матвеева есть. да. Вот вам простой ответ. Да, я вспомнил точно. Классовый Они одного глагол. класса. Мы пока еще не знаем, что глаголы бывают 10 классов. Это просто здесь не Так что сообщается. вышло-то? Я уже не знаю На почему. эти. А. Да. Ну, по Это просто аналогии. такой. Это такой. Что есть? 10. Значит, это просто класс глаголов. Иди и ни, они туда относятся. Наяти, так же, как и джи. Наяти. По аналогии, да. На самом деле, да, на самом деле, если глубоко копать, то по Дальше. аналогии, Плу а потом эта плавать. аналогия уже была закреплена как класс глаголов. Да, пропустила чуть. Была абстрагирована и Там выведена идея, у. что эти А да? глаголы определенного класса. А. Сначала А были да, кстати, я глаголы, его вообще потом была пропустила. абстракция Давай. определенного класса. Точно. А. Счастливой Пу. ночи, Лу или Марк. пу? Пу. Пу. Ну, Гунируется в. Во кунг-фу что панда смотрела? гунируется? Пу. О. Во что? Алексей, выручай. О. 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 То есть получается. Потом А. О. Какое трудное утро. Гунирует, Тут уже превращается. понятно. ПВТ. У в О и В добавляется, потому что вот там это. А О плюс А это откуда? Чего? Ну, то есть и У, и Р неоднородны, это понятно. А
Оп, неоднородный, это Может, что? потому что Я вам гуманская. знаете, что расскажу? Ватэ. Так это то же самое, что дру у Это нас было. дополняется, а... Дровати, а Да. ку Нет, это по ватэ. По. поватэ. 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 Какая буква А? Поватэ. Нет, То же самое, вот то же давайте самое. честно, Сейчас если у друг. нас дру, получается дровати через О. Ава. Да. Здра. Как-а? А ты какую хотел, Николай? Павате. Да у А меня вопрос, почему кто сказал, дрова? что дрова Это идти? сейчас, почему? Нет никого дрова идти. Дра, Николай. Про Не дрова я почему пошутил. А? Я почему А тогда? Я не понимаю, О, там почему нету. А у нас У вращается. Дравати, а здесь павати. Пате. А почему Т, да, потому что Т, Ну, потому дровать, дровать, что красивее. звездочка у нас нам подсказывает. А потому что это другой Я класс верю глаголов, Мони Вильямсу. который... Дело не Так в же, этом. как... Смотрите, нужно просто дать Почему? Почему? четкий алгоритм. Написано А потому Атмана и что... Пада. Ничего. Но это Да, такой не влияет, как... Почему? просто говорит. Почему? 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 До этого Пада? мало. Это он так... Этой веры мало. Атманепада Добавьте туда. ты, да. Атманепада А, как дана, и рецепт для получается женщин. МНО через звездочку. То есть, Собственно, эта звездочка, это он смотрите, Маша, намекает на то, просто что это можете Атманепада. дать все-таки Ну да. какой-то четкий Это он алгоритм, просто не как говорит это? прямо, это Атманепада. Он говорит, это звездочка, а звездочка имеет Очень Т. сложно открыть старую кочергину. Поняла? Ну, типа, да, типа упрощенный вариант. А страница какая? А, открываем страницу 70-ю старой кочергиной. Так, 71-ю занятие по новой. 13-е. Занятие 13-е. И смотрим, там есть и G, и Ну прочие. я же... Что читать? Семистаранная? 70-я по старой, сейчас посмотрю по новой. Теперь и в словоформах происходит внутренний сахар И читаем, чередующих и радуемся. согласных. Все. Э, о, а, и, а, о, Сейчас читаем. эв, Прямо а, вот и, читает ай, Марина. ов, ав, ай, аи, 72-я ау, страница. ав. Читаем перед Например, гласными. ни не тар. Тот, кто ведет 72-я. вождь, но на яти он ведет. Да, кстати. Блин, где это? G там то же самое. Там и G тоже есть. Так получается, Например. что мы О меняем А. А. Верно? Как раз наша тема. Так это какое? Это 13-е занятие. 72-я страница новой кочергины. Просто мы-то в 9-м. Да. Да. Нам не очень уложилось то, что мы брали. Оно не взялось. Не, ну взялось, но не целиком. То есть я, например, Да, забыл, что 13-е, да. есть вот Просто эти эти внутренние вопросы сахары. ровно Ну, все потому, что... правильно, но мы же немножко из того брали уже, из 13-го. Мы не добрали из 13-го. Давай, Марин, плу. G. Почему Потому что читаем... G? Мы уже вернулись обратно к упражнению. Вы хотите все, чтобы я читала? Джи побеждает Джетар, Так читаем победительно дальше. Джи, Джая не Си. нетер, Да. хорошо. Это может быть и Джей Я, которого следует победить, потому что я страдательный. Нет, Это, да? G. Там же G надо. Да. Который... Не, ну G, дочитайте. Да. Короче, нам главное, что тут есть наяти и джаяти. И самое главное, вот эта формулировка, значит, этих чередований гласных, собственно, это самое для нас было важное, Сейчас чего татушек нам не себе хватало набью для прям. полного счастья. Не забуду открыть 72-ю. Николай, теперь ты понял, где счастье? Счастье на 72-й странице.
Да. Когда вдруг ночью плохо с МНО, открываешь 72-ю. Плу, плавать, плавате. Плывет. Да. Вдруг дальше. Этого нету в Залезняке. Ему не видимо смолчит, да. Открывай 72-ю. Продолжайте, вот Мария. У меня написано, в общем-то, два варианта. Ну, с ним все честно, Пулар, просто, правильно. Да. Вот. Сейчас я открою. Я помню, что он там есть. Но когда я делала... Но он же я... должен быть в гоне. В гоне. Не воспользовалась им. Дхэ должно же перейти, значит, при дыхании. У нас же даже в примечании там же дано же. Будх дано же у Залезняка в примечании, Сандх. Со времен пробужденного. И что там у нас? Перенос при дыхании. А зря. Потому что Будх там дано как пример. Правда. Это легендарный пример с времен Будды. Какой-то. Будут хате. Или что? Тут я не совсем въезжаю в описанное здесь, да, как бы. Закон Грасмана. Перенос при дыхании. Да. Просто что это значит? Да, просто после двоеточия идет, как будто текст не связанный с тем, что до двоеточия. Форма, где в конце корня при дыхании утрачивается перед S, или на написано? Конце слова, оно появляется в начале корня. А, собственно, описания процесса переноса при дыхании нет. Вообще, да, вот это правило, ну, странное. Не, ну, конечно. Так. Нет, я с вами полностью согласен. Так вот, у нас трехступенчатое вот чередование. Это было то, чего вам не хватало для счастья. Так что, ну, Залезняка тоже было. А погунировать, может быть? А, так, сейчас, хорошо. А... Пишет Мони Вильям. Да. To wake up, будьяте? Be awake. Не может быть. Полностью. Полная фигня. На Будху? Ну, вы же могли не туда посмотреть, поэтому это... У меня лайт-версия. Коля, что говорит Бакнул? На Будху. Марина просто... Она без Бакнула живет, а зря. Буд говорит, что... Это написано, на самом деле, если класс... Буд говорит, что Будхати. Будх. Ну вот если класс один... Ну, Будхати, это очень логично, по-моему. А есть еще какой-то класс четвертый, А1? А да тут... Я не... туда посмотрел. 222, а, да. А, вот, видишь, как бы, проницательный пейзер сразу видит. Будхати. А что значит класс? Пропахнуло, закончил. Да. Так а как он одновременно может быть и первым классом, и четвертым? Обратный. Что означает класс глагола? Это означает какой-нибудь... Ну, написанное одинаково. А есть корни, которые могут быть и трех видов. Ну, как бы, это как бы разные корни, Марин. Это как бы не один и тот же корень, который может быть одни, а первым и четвертым. Это как бы разные корни. То есть получается бодхати. Да, как бы амограф. Гуна, то есть написано одинаково, прибавляя... совпало просто. Бакнул. Разные корни совпали в написании. Но это да, до этого были разными глаголами. Понятно? Почему? Бодхати. Да. Я пытаюсь сказать, вот я вот это пытался сказать уже 2 минуты пытался сказать. Ну, хотя, будх, что у Бакнула есть второе значение, будх, от нас я хотят получить вот. Т.
Но когда Молодец. оно т, оно тогда получается будхи. Я и сказала. По-по-по-по-по-бакну. Давай-давай-говори-говори. Плюс ты начала сомневаться в своих словах тоже. Конечно, я же учусь, а вы на меня все напали. А от нас хотят именно Т получить. Втроем. Надо верить, верить в себя. Ну, принимается, принимается, вас мой невинус. Вопрос же не в том, что у него есть, а вопрос в том, как он до этого дошел. Втроем. Так, будхьяте. А я вообще правильно понял? Это, типа он, почему? Это типа вот тот глагол, который употребляется и в это П, и в А, да? То есть и в Парасмайпаде, и в... Да. Убхьяпада. То есть можно пробуждаться для себя, сейчас. И можно пробуждаться для других, типа того, да? П, А, 1. Класс 1, P.A1. Сейчас, открываем, тогда смотрим, какой у него метка есть. Какая и у него метка есть? И тогда это вариант Бодхати или Бодхате. Я не знаю, почему. P.A1. А дальше... Сейчас... Это сначала там родился. Это ут, будх, это у, это же. Ну, да, я это имею в виду. Да. Угу. Хорошо, я понял. Коля, это и то, и то. Поэтому это получается, тех, что два варианта. Себе пробудиться или чужому дать. Или... Николай, это убхапая. Да, почему будх это? И парасмайпада, и атманепада. Так и почему? Тут должна звучать музыка такая веселая, но ладно, потом. С Бодхати все понятно и более-менее, а вот с почему... Алексей заносит список третий. Так, разве нам чередование из 13-го занятия не помогает в этом плане? Сейчас, так, ладно, давайте помучимся. Итак, открываем, значит, трехступенчатое чередование по залезняку. Это не значит, я. Первая страница. Где? Смотрим особое чередование. Мы до этого голова. Чередовались обычно. Вот они. Да, подгон это хорошо. Мне нравится. Было. У. Стала ва. Ва стала, а не я. Следовательно, это не тот, не то, что мы хотим. Блин, нужна музыка какая-то. Ну ладно. Не-не-не-не-не, так нельзя. Быть? Такой подгон. Бхавати. Да, это оставляем для вопроса. Это очень подходит для этого. Понятно. Значит, бху. Теперь знаем, как бхавати образовалось. Ура! Я ждал этого момента. Почему, собственно, от бху у нас основа бхава? Бхр. Нести, выносить. Так, вот... Бхарати, да, яджи. Поехали дальше. Вот это жертвовать? Ну, то есть бхар просто. Жертву. Угу. Да, он несет. Вот я, у меня, в общем-то, два варианта написано. Яджати и яджате.
переносить уже, да. Он тоже, небось, блин, нет, я написано, изначально написано выучу это слово. Ручкой первый вариант, а карандашом дальше, после проверки. Да. А у вас потому, что вы все по манеру. Вот поэтому. Вот это. Ну, я джати, да. Мне такой вариант нравится. Я джати сначала? Я сейчас... Николай? А что... Прошу у Бакмана. Я тоже пытаюсь спросить у Бакмана. Спросил у Ясеня. Алексей? Спросил у Бакмана. Ну, хоть вы. У вас уже есть книга. Где моя гунация? Бакнул, не ответил. Я спросил. Так да. А что тогда? Так нельзя с девочками. Он вырабатывает, Марк вырабатывает в девочках уверенность, как бы. Это же диагноз. Это же не это, не этот. Я джати. Очкастый доктор, веды говорят. Это у нас тут совсем другое. СМИ. Оказывается, наши смеются от него. Ну, типа того. Круто. В процессе эксплуатации. Мама тоже от него. Вообще. Открытие у меня. Дорогого стоит. Смаяте. Что написано, не знаю. Голос сначала прогунирую. Поехали дальше. Ну, похоже, наверное. Да. Конечно. Да. Ну, звучит. Нет, ну все честно, получается, да. По чередованиям, которые описаны в 13-м занятии, да. Э переходит в Ай. И дальше. А откуда мы получаем? Чего? Мы гунируем, получаем Э. У меня кочерги. Сначала гунируем, получаем Э, а потом чередуем в Ай. Вот. Э. Николай, посмотри в мои глаза. Ну, глаза там суффикса накидываешь, как бы, у тебя получается ЭА. СМИ. Такого быть сначала не может. Гунируешь, что получаешь? И воспользуемся добрым правилом. А Э потом чередуешь. Чергиной Э превращается в Ай. Сначала гунируешь, потом чередуешь. Я Ти. Т. В Э Т. Да. Майя Т. Он улыбается. Пока. Да, конечно. Да. Повторить до просветления. Сначала. Это Марку не спасло жизнь ни один раз. Смыр. Николай, понял? Смырите, да? Ты сначала гунируешь, потом чередуешь. Когда в жизни не знаешь, что делать, а почему гунируй, чередуй. Нет, там же смарати. Смарати, да. По логике. Помнить. Он помнит. Помнит. А они правда помнят? А как это? У них генетически... Remember нет, me, last year. Нет, генетически после санскрита у всех хорошая память. Понимаешь? И... Не, Марин, тут проще. Вот представь, к тебе подходит негр сейчас. Ты же его запомнишь. Мы же для них белые, реально же другие. Негры, мы потому для них негры. Потому что ты им платила, они для всех негры. Помнят, кто им платил. С деньгами. Да. И доходим, куда будет. Да. Я вы. Ну, типа того. Типа того. Господи, сколько же он как лунгарир, пожиратель времени этот именовал. Ну, все,
Я считаю, что очень достойно мы справились. Три вопроса Алексей мне потом предъявит. Почему? А мы не будем проверять наши? Все, хватит Семено, бог с ним. Итак. Как? Ну так, мы пришлем архивы, а Марк их не посмотрит. Так, обычно занятие... Да, это вот как... Разделение труда. Вернемся к этому, вы мне в письменном виде предъявите, и поговорим в этом письменно. Да, 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 да. Я так старалась вчера. А это и главное, мы же делаем... Карма-йога, непривязанность к результатам действия, понимаешь? Да-да. Надо проверить одну вещь. Главное, чтобы было распределение. Одну вещь, давай. Нет, я хочу сейчас. Это главное. Вы же для себя это делаете. Девасья патрам ли подхати. Это я типа читаю божественное письмо? Письмо Бога? Ссылайте правильно? Ее. Девасья ну, давайте, давайте. Патрам подхати. Говорите, говорите, я вас не слушаю. В каком? Идиус. Патрам подхати. Ну, типа, да. Письмо Бога. Знаешь, принадлежащее Богу письмо читает. Ну, допустим. Читает, да? Так, так еще раз. Девасья. Божественное письмо. Ну, нет, понятно, нет, я больше чем уверена, что это такое напишите теоретическое. Напишите мне сейчас в скайпе, и я подтвержу правильность этого выражения, и насчет... Там просто нюансы, я, ну, например, вроде... не понимаю, как слова в предложениях представлять. Ошибки нет, вопрос в том, потому... сказал бы и так индус, вот меня вопрос мучает. Нет, вопрос в том, если это хорошее теоретическое, то индус бы так сказал, поэтому пусть будет, но... Кажется, я написала правильно. Так вот я про что и говорю. Дело в том, что то, ну, божественное письмо именно в такой последовательности, все логично. Вопрос не в том. Не интересует, индично а ли все. Логично вариант. Одно, Девасья? А индично другое. Так Патра... вот, божественное письмо, то слово, Ми? Которое поясняет письмо, конечно, должно быть перед Бхаванти. Ним, Алексей. Глагол ставится в конце. Письма. Всегда, когда не знаешь, да? что делать, глагол став в конце. Но это уже другой пример. Она его не написала в Skype. Богов, нет, так у если Бога, у богов, так значит Бога их много. Имеется письма. Тогда ну, какой? Богов. Как? У Бога. У Бога имеет ну, нет, письма. Нет, подожди, Марина, это же я у богов. Я пробовала это много богов, всякие значит, разные. Уже плюралис. Числа. Девасья патрани бхава. Нти. Нти, да, да. Нет, почему не бра... Нет. Потому что нти значит у богов. Ну, я понял, да. Нет, бхаванти-то у богов. А, все. Что нет? Да, да, да. Все правильно. Девасья патрани бхаванти. Нет, да? Письма-то есть. Писем-то много. Это же не, ну, у... не количество богов здесь уточняется, а количество писем. У нас основное действующее лицо здесь письма, а не боги. Бог это принадлежность. Вот, кстати, вот у меня был вопрос еще, да. Они похожи. Да. Только у Бога скорее кстати, будет рапорт через, у них обоих, то через можно, инструменталис, да? чем через локатиус. А почему? Книги сына мы считали. Книги сына мы через генетиус. Социативное так. Значение. Да, ну как бы вопрос просто в том, что более привычно для индуса. Вот это хороший вопрос.
Кстати, такой вопрос. Вот у Аблатиуса есть значение причины, и у инструменталиса есть значение причины. Да. Вопрос в том, что в пьяном виде как скажет Брахман? Вот, вот в чем вопрос. Да, это не то, что... А как пишется К? Я не знаю. Я забыла. Нет, нет, с причиной есть разница. Она есть. Я долго видите, думал. Какие у вас интересные вопросы уже появляются? С вами уже интересно говорить. Обнадеживают. Вас уже скоро за людей будут принимать. Перед ответом на домашнее задание. Я долго думал. Смотрите, тут вот в чем дело. Тут причины действия, то есть, допустим, тут даже прям есть пример, что он идет в город, то есть происходит некое действие. Кто-то идет в город, и есть некая причина. А, допустим, вот в этом, в Аблативусе, там просто сказано, просто причина. То есть, как бы вот это вот, ну, допустим, пример, от жадности возникает гнев. То есть, подразумевается, что это не какое-то прям действие прямо, что, вот, что гнев постоянно возникает. Само собой. Да? А? Само собой? Просто. Нет. Ну, смотрите, от жадности возникает гнев. То есть, это не какое-то действие во времени. Да. Так да. По причине ненасти он идет в город, тоже как бы ненасти, не гарантировано, что будет регулярно там несчастье, точно. Ну почему, смотрите, вот, не, ну причина действия, то есть он идет в город, он же идет там... Ты имеешь в виду, либо одноразовый процесс или постоянный? Неделю он может идти в город, например. А тут, а здесь имеется в виду не на уровне конкретного действия, а скорее на уровне некой метафизики там. А, окей, то есть, и вот у нас два предложения. Дух Хена на гора Мгачати и да. Дух Хат на гора Мгачати. И какая между ними разница? Какая? Да. Горе Инструменталис и горе Аблатиус. И какая разница? Ну, сейчас я... Дух Хат! Почему? Чего это вдруг меня обломали? Не, подождите, а с чего вообще горе? Решили, что... Горе обычное, горе нет, особенное. Нет. А с чего вообще решили, что корректно использовать дукхат? Нет, что это значит, я просто просклонял это Николай, предложение да, в Аблатиус. Да, вы тебя обломали. Почему нет? Я говорю, что так делать нельзя. Горе одноразовое. Почему? Алексей, горе одноразовое и горе одноразовое. А почему нет? Нет, это потому что это два разных смысла. Ну да. Да. Нет, про город мы можем использовать только в Дух Хена. Почему? А почему вы... Ну, главное, в этом... смотри. От счастья, то есть я пошел в город, можно сказать? Сукхат там... Да. Сукхат на горах Мгачати. Как я нет, это... То же самое, он если даже сейчас пошел в город. Попытаюсь сказать, значит, там, Духасья там на горам гачать, а почему нет? Нет, от счастья я пошел в город. Коль, сейчас не переживай. Я понял, о чем ты говоришь. Давай так, направление. Вот, давайте вы сейчас без шуток направление напишите все, всех, кого вы теоретически могли бы перепутать. Уже один есть. Причина. Причина аблятива и причина, значит, инструменталиса. Еще кого хотелось бы перепутать? Хорошо, вот это мне, пожалуйста, предъявите, и я попробую найти. Есть одна грамматика Махабхараты, и там есть много да, примеров хорошо. Разных. Хорошо. Попробуем таким путем пойти. Угу. А вам не хочется, Марк? У вас нет личного какого-то. Что с чем хочется перепутать? Вот и исходя из этого будем путать до того, пока не захочется. Может, не надо? Но для этого мне нужно понять, где хочется. Девена патрам падхаяти. Мне уже ничего может не хочется, быть? Уже прошло. Да. Почти все. Причины действия? Да-да. Кем? Может, не надо, кем? Ну, давай. Понял.
Ну да. Я так делал. Богом пишется письмо. Богом? Да, я тоже так сделал. Ну, читает. Нет, не причина. Кем? А я Бога напоил водой. Богом пишется. Я подумал, что круто придумать другие предложения. Предположим, что не согрешили. А не только писать письма. Но тут и в письмах много. Есть чем заняться. Ну, то есть будете гореть в одной коморке ада. А читаем ртом. Ртом читаем письмо. Да, да, да. Мухена. Мухена. Ты в письмах можно поймать себе. Мухена по трам подходить. Так, ладно. А что он как ну, будет? Если он читает. Мутена? Не, а тут же как бы типа пассивная конструкция. Что мы Мухена делаем? Нет. Пассивная было бы я, это я поняла. Не-не-не, в этом... Вот как подходи. В инструменталисе там есть вариант, что там пассивная конструкция такая... Не-не, спасибо, это еще отдельная песня. Да. Читает. Да. Читает. Просто, значит, ты какой, русский, какой глагол хотела Марина сказать? А. Читает? Просто дело в том, что патх это не, читать это не основное значение. Основное значение это именно чтение такое в виде речитатива, то есть декламирование. Это не просто чтение. Вообще-то, если чисто чтение надо, то есть чи-чит. Сейчас найдем у нас. А, то есть это читает, декламирует. Чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи. Ртом он же декламирует. Ладно, пусть будет патх, хорошо. Но вообще-то патх, он чреват тем, что можно подумать, что вы вслух читаете. Слух-то тоже ртом. Точнее, но это такие декламируете, а не просто читаете. Не обязательно жизнеспособны, я понимаю. Да, то есть это чаще все-таки... Ну, рта, вот все да. равно. Ну, ртом... Ладно, с ртом... Да. Ну, просто интересно, на самом деле, такие тонкие вещи как бы всплывают, которых не Это как всегда. Нет. Ладно, бог с письмами. Занятие 10. Все, делаем честно домашнее задание, не делая урока. Ну, мы писали. Как у вас с таблицей получилось? С таблицей А. Падежное окончание основ на А. Декламировать? Вы себе ДВНу выучили? Там сутена, да? Учили нет. хотя бы? Декламировали. Ну, писали хорошо, а наизусть пытались хотя бы, так скажем, зачитывать себе? Брать пример с судусом и с панамом? Суд, а сутан. Это... Суприть, да? Да, да, декламировать. Субрёшка, да? Надо. Так надо было говорить совет, сразу. Все-таки индийский метод не окончательно устарел. Гонять, пока не понравится. Да, зубрежка. А что, зубрежка, что мы делаем? Потому что иначе у вас жизнь... Марина, не долби. Уже вторая же таблица. А, она, это конечно, тачпад, я не, не во всем отличается. Но в этом, собственно, и есть прикол, что уже не во всем, и что вы начнете ее путать. В 10-м у вас уже... Да. В 10-м получается, помимо той первой таблички, уже вторая, падежное окончание на А долг. Значит, это всегда существительные женского рода. Ничего личного, только в этом окончание. Занятии у нас якобы Долгое были окончание. Только мужского среднего. А здесь уже женский род, то есть здесь уже коварство появляется.
То есть получается, Николай, получается, ты уже повторяешь сутас, ваном, ну можешь дева, сутас, не принципиально, ваном или бхалом. Что мы делаем в итоге? Учим таблицу. То есть три слова. Три слова повторяешь до тех пор, пока... Да. Сколько это сотен раз, я сказать не могу. И учим три таблицы, получается. Сутас, ванам... Ну, хотя это как бы якобы одна таблица, но ввиду того, что... Ввиду частотности... А в таблице-то они вместе даны? Слов на А, кратко. Но там они же отличаются. Ввиду того, немножко. Что половина из них среднего рода, а половина мужского, учим их как отдельную единицу. Не просто одну таблицу, а таблица. Отдельно мужской, отдельно средний. Не отдельно. Не важно, что они отличаются. Да, вместе. Ну да. Там они немножко отличаются, как раз в тех местах, все где... в одной таблице, так. Где, в общем, именительного падежа там много. Вот. Ну, вы же, я же предлагаю учить не таблицу, знаете, а конкретный пример. Я подумал, наверное, лучше учить все-таки не, где не, все в одной таблице, не вариант, да. Сын, лес, дочь, а все-таки первое слово чем-то... Поэтому я предлагаю учить типа, не таблицу, а пример. Потому что если пытаться... Ну, другое, нет. Отличное от этого. Просто сын и дочь. Сута и сута не очень похожи. И если учить эти две таблицы, одна за другой. Что-то более запоминающееся? Давайте деваса да, возьмем. Согласен. А я день да, склонял согласен. Дина. Согласен, согласен. Николай, я ровно об этом уже думал, поэтому согласен с тобой. Сута тогда в лес его. А с вариант женского Дева. Вана можно оставить. Можно... Да любое слово открываешь там. Можно пхала взять, плод. Дайте нам частотное женское слово. Ну, точно своим чистым мне тоже не нравится. Глупость сейчас там, скажу. Да? Глупость какого рода в санскрите? Хотелось бы, чтобы оно еще частотное было, Алексей. Понимаешь? Глупость какого рода глупость? Конечно же, наверное. Ну, потому что вот рука ваша... Точно? Что? А как глупость на санскрите? Не, ну есть, конечно, слово заблуждение, это у нас слово моха, и он, кстати, мужское. Да и ёкарный бабай. Нет, это другое, а глупость? Как так? Балика, девочка. Значит, слова на женский род можно, не входят в список частотных слов, лих, в частности, пчела. Мохопарати. Нет, бала у нас было. Типа сейчас ребенок женского рода. Женщину найдем. Матар. Вообще не на... Угу. С суффиксом «ка». Еще как гармоничная. Почему? Ну, плохое слово для заучивания. Негармоничная. Сейчас. Не хочется его так запоминать. Ба-ба-ба-ба. Так. А что если взять так и... Вот есть мала. Вино с гирлянда. А если взять... Так. Нета. Нета. Глазик, если взять. Мало? А подлиннее нет еще? Ну, хотя мало. Варна так и остается. Варна мало это алфавит. Венок. Ну возьмите мало, хорошо, пусть будет мало. Мы какой берем? Варна мало, например, алфавит. Какой берем слово еще раз? Варна?
Не, а зачем плохо? То есть мы берем слово мало. Мало. Венок форм. Это две А коротких, да, просто мало. Две А длинных. Мало. А? Нет, варна, это я просто привожу пример а, того, да, где встречается мало. Вторая по-любому. Варна мало, это алфавит. Мало. Мало, да, второе слово. Хорошо. Венок. А кто-нибудь пробовал петь эти слоги из предыдущего? А есть еще малая. Немножко, краткое, венок что, только мужского рода. Значит, равно... Так, да. Странно. Пробовали. Я вот пробовал про кротку. Не, про лобку напевать. Это очень забавно. Вот смотрите, вот вообще по поводу напевания. То есть, допустим, я могу, допустим, взять ту же Макшику, да? Да, можно или нет? Я забыла. Я туда залезла, почитала там всего и отвлеклась вообще. Потому что я вот говорю, и накладывать ее на все, что угодно вот можно, же, но как бы, стоп, стоп, Марина до сих пор не запросила Макшике, аудиозапись, и попытался это перенести на ТОП-хаб. Ну, честно говоря, вот там вот в конце не очень, потому что там про джаяте, да, вот это вот, про джаяте, еще вот это вот, еще во втором это папасья каранам. Это как будет? Папасья каранам. Да? Или нет? Марк заснул. Внимание. Папасья каранам. Колыбельная. Библию. Я боюсь сейчас что-либо говорить, чтобы об этом говорить более серьезно. Размеры, она не совсем последняя. Она посмотрите, у Залезняка последняя страница. А, она перед таблицей. Последняя страница. Это вот там дано гаят. Да. Вот, мне надо будет привести примеры, и это надо мне отдельно подготовиться и рассказать, как вот пользоваться этим, потому что этим пользоваться в чистом виде невозможно. Как понять легкий слог? Это поможет тебе. Это надо считать лакху и гуру. То есть, сейчас как бы пытаться все петь. В варианте макшики или не очень хороший вариант. Ну, одни слоги у нас легкие, другие тяжелые. В зависимости... Нет, так а там же разные слоги. А вот это мы сейчас не будем отбирать. Пытайся. Нет, хороший вариант. Потому что, в принципе, везде Макшика. Вопрос просто в том, чтобы ее увидеть там, где... Слоги-то разные, но соотношение тяжелых и легких всегда одно и то же в шлоках. Слоги-то разные, а соотношение одно. Ну да, слоги. Соотношение-то одно. Я вообще так понял, что там, где долго гласное, мы это как бы так, ну, как бы соотношение еще, да, с ригведой установлено. То есть на ней делаем такой некий подъем. В ригведе это называется ануштубхам. Подъем. В современном санскрите это называется шлока. Так и пытался, то есть там, где у нас долгое, то есть я делаю только подъем, потом там, где короткий, я постараюсь... Стараюсь это быстро так это пробежаться до следующего подъема. Да-да-да, мы делаем вот такое. А если две долгие подряд? Да, вот, кстати, вот в самом конце, смотрите, там в первой строчке шлоки, там получается у нас три долгих, и они расположены практически рядом. Это лобхат, камаха, праджаяте. То есть такая некоторая сложность. Как это пропеть? Ну, тоже, в принципе, можно, если извернуться. О, нет. А где выкладывать?
А, в смысле, в нашей группе, да, вот это вот? В беседе. Короче, если ты хочешь развернутую критику, да, пиши аудиозапись того, как ты упражняешься, и я... выкладывай, или давай мне. Да. Между нами. Ну, давайте я попробую, я не знаю, ладно, хорошо. Да. Аутентичное исполнение Гая Три мантры. Не бойся, Николай, терять нечего. Это очень важная часть, как говорю, ни на одних занятиях, посвященных санскриту, кроме как в Индии, этим вообще никто не занимается. В Индии только этим и занимаются, но не объясняют как. Отличный же вопрос. Как научить? Да. А здесь пытаемся догрызть до какой-то истины. Покажу, как считается, считаются эти самые слоги. Плюс нам не заданы мино, соответственно. Час выделить. Можем сесть сейчас, почему нет? Не заданы мино. Поэтому... Именно он не задан. Насущный, да, потому что шлока, она же занимает 97% хочу, всех стихотворных размеров. Нет? Глаз? Нетра? Что задано? Зачем? А, да, имено нет. Сейчас отдохнем от имено. Нетра от... Глаз, нет... И это... Нетра. Да. Ну, это то, означает ведет, ведущий. Это Марин, от слова глагольного корня «ни». Мы не видимся. Да, одно из значений «the eye», так что... Ну да, конечно. Потому что у меня в Ганге есть «ни» все «ни» перешло в «гунировало», добавился суффикс. Тра. Ну, и вот я, кстати, севи там. Да, это глаз. Я не очень учила, Я прочитать могу. И шо? Ну, не очень. Так, Марин, давайте тогда, вы же тогда, получается, все учили, давайте озвучить тогда, что ли, нам. Хорошо, послушаем, не очень. Да. Марк, вы тоже. Давайте. Ну, полное погружение. В маленьком окошке. Ага, супер. Марин, поехали. Это тут у нас как это конкурс «Голос». Я не могу. Сейчас, Николай, повернись, пожалуйста, спиной к нам. Они даже не смотрят. Татра трипатхагам дивьям шитатоям ашайвалам Дарши Рагхаво Ганга Рамьям Рши Нишивитам. Спокойнее? Попробуйте растягивать примерно одинаково, чтобы длина строки первая соответствовала второй. То есть еще более растянутая. Что у них на одинаковом расстоянии, что лицом мы не тоже что... Чуть более растягивайте. Да, спокойнее. Патхагам дивьям шитатоям ашайвалам дадарш рагхаво ганга арамьям арши нешивитам. Ну вы-то развернулись. Но он неминуемо развернется однажды. Ну, для разворота, конечно, маловато, но в принципе... Шлох, ах ты шлох. Но... Давайте на этом примере, вы мне только тогда киньте, пожалуйста, значит, исходник. И на этом, значит, каждый пусть выберет шлоку, который ему по душе. И на этом примере, на примере трех шлох разбери... Шлох. Трех шлох разберем... Не, ну вариант один, который в Ригведе, собственно. Нет, я имею в виду пропивание его. А, Хэн Брат, мне кажется, настолько адекватный, что... Нет, давай что-нибудь более вменяемое. Ну, я понял. А? Мритюнджая мантра, да?
Это что, это... Алексей, давай возьмем что-нибудь проще. Давайте что-нибудь. Давайте на ваш выбор. Что-нибудь субкашечное. Это не повествовательное, это считается как афоризм, скажем так. Нет. Как, нет. Мудрое изречение. Нам все давать. А кажется, была PDF-ка. По-моему, вы давали, нет? Я не помню. Ну я уже потерял разве большом количестве дал? Ссылок, которые у меня нету. Файл сделал. А, есть. Субхаш это NRU, D. Я же вам спросил, на выбор дать? Я не ответил, я вам не стал давать. Сейчас кину ссылочку, вот она. Вот это вот она. Кстати, надо себе ее скачать, наверное, на планшетик. И... Я поэтому... Да. А ну... Что, вам ну, ее прислать? Нет, просто, очень жалко, нету. На каракуле? Каракуле? Да. А я же ее присылала когда-то ВКонтакте. Мартис. Хорошо, я поищу. Зря. Мартис, а у вас сейчас нету ее в PDF-ке? А то она в допиксе. Вашу гангу дайте, пусть Николай выберет себе... А можете сделать в PDF-ке? Мне просто нечем... Да вот, хоть было как. Бы здорово. Я бы прям шестил ее и поехал бы и субхаш это пил. Киньте заново. А там шрифты не едут при конвертации? Могу вот. Сгенерировать. Вообще нет ничего проще. Я, кстати, нечаянно вчера в метро, короче, ехал. Ну, а там сейчас прямо ехал сделаю. Нет, я... Нет, конечно. Да, короче, с самого начала я ехал в метро. С практики, которая не завершилась, короче. И вот пытался петь, короче, про лоб хату крот ха-ха. И, короче, сидел в наушниках. Нечаянно ехал. И потом уже понял, ну, как бы, я-то сижу в наушниках, сам себя слышу плохо. Да. И вдруг я себя ловлю на мысли, что на меня все, кто сидят рядом, на меня смотрят, потому что я понимаю, что я это пою вслух уже. Уже в голос, да? Вот. То есть это было такой, в общем, мой момент славы в метро. Вот. Плохо слышал. Все повернули. Да. Все повернули. Ой, я не помню. По-моему, это было еще пока на зеленой ветке, пока я ехал. А вот можете 11-ю страницу Марка открыть? Метрошная санскритская слава. Да. Какая ветка? Страница чего? Ну вот этих субхашт. А мы ждем PDF. Ну вот, это еще не красное. Сейчас, подожди, я субхашт сгенерировал, сейчас скопирую. А еще когда я учу в метро, я все время думаю. Да. Угу. Ура. Отлично. Марко, откройте сейчас, свой лик. PDF сгенерировался. Ладно, страниц. Я дам его там, где он сгенерировался. Вы скачайте, а потом обязательно все равно. А вот там четвертая строка сверху страниц, там Сурья там. Что, у вас субхашите нет PDF. Там символа лишнего после М? Да-да-да. Сейчас открываю. Открыл. А вы что сейчас произнесли? Да. Ну вот, у страницы номер 11. Так, подожди, это которая Чаяманьяся? Там не шлок, там разбор слова Сурьятам. Сурьятам, ну ты про 11 страницу? Пусть будет услышан. Я не вижу. Ну так, подожди. Ну. Так, ты про какую шлоку? Зачитай мне. Шлока. Сейчас, подожди. Я не вижу. Да, Сурья там, да. Бхарма сар. Где Сурья там? Шлока какая? Ну, 11-е по нумерации именно самого не. Начинается с каких слов? На страничке написано 11. Да, на страничке написано. Я четвертая строка сверху. Так, хорошо. Здесь у вас какая четвертая? Интересно. Нет.
На страничке написано 11. Я открыл. Так. А как так мы... А, давайте в PDF посмотрим. Там вообще другие. PDF. Я не понимаю, потому что консулты, поэтому мани, никогда еще мани, не видел ящик. Курванти, тиштванти, самаптапе. Своя матапе. А, да, тут нумерация страниц вообще другая. Паланьяпи, парартхая, вриксах, сад Пурушаева. Что-то про дерево и плоды. И про... О, ладно, короче, там, короче, символы непечатные какие-то у меня лично отображаются. Сейчас, прошу прощения, где вы смотрите? Подскажите. Да, мы в разных местах смотрим. Просто... Так, три слова. Я знаю три слова. Так, где бы вы ни смотрели, что мы учим еще раз? Поговорим еще о Кочергине. Итак. Дева, вана, мала. Учим три слова. А, это мы есть. Мужского рода, среднего рода, женского рода. М? Да. Три слова. Любые слова. Ой. Мужского, в общем, на А и на А долгую. На А бывает и мужского, и среднего рода, на А только, только женского. Второй пункт десятого занятия. Вот. Из Сандхи есть интересная штука — церебрализация С. Да, второй пункт десятый. Это интересная штука. Она очень часто она распространена. И в частности, она у нас встречается. Какая страница? Здесь я потеряла. 57. Да, 57-56. В множественном числе, в частности, в локативусе, стоит су. Но это су часто приобретает форму шу. А, да. Шу. Почему? А пока. Матрешу. Церебрализация С. То есть было сута. Сута. Значит, открываем. Открываем, значит, падежное окончание основ на, то есть прошлое занятие. Открываем табличку. Видим, что... Почему? Как бы, вроде это одно и то же, да? Вот это там, видите, су. Там шу, а здесь су. На самом деле это одно и то же окончание, просто из-за окружающих букв, там уже случилась эта церебрализация. На самом деле, везде су. В инструменталисе, в множественном числе. А почему мы смотрим су? Предыдущую таблицу, я не понял. Ну там, потому что шу уже трансформировано. Ну да, просто локативусе оно наиболее допустим... такой часто встречаемый пример, где эта церебризация будет встречаться. Потому то есть, типа, что... можно сказать, ДВ-шу, но при этом... Мало... Потому что там шу уже зажит в каблуке самой таблицы, но на самом деле можно запоминать не шу, а можно запомнить просто су, но оно проходит, ну как бы, как проще кому, понимаешь, Николай? Помнит, что образовалось оно от су. То есть мы, су, то есть это мы универсальное окончание. От, понимаешь, вот, чем, рода, почему да? Написано... Су, да? На этой же странице универсальные падежные окончания. Они, что? Они могут меняться, подвергаться разным ну, да, звуковым изменениям, но
Основа едина. Почему пляшем? Мы не пляшем от женского рода. Мы пляшем от того, что добавляется су. Среднего рода. А в каких-то случаях оно церебрализируется. Вот, собственно, что важно. А чаще всего оно церебрализируется в ближайших занятиях именно в локативе. Множественное число. Угу. Мы не пляшем от женского рода. Просто видишь, в чем дело? В женском, в сутасу не происходит церебрализация, вот как написано у Кочергины. Да, после морфема оканчивается на к-н-гласный. На ю, если открыть, там тоже су будет. То есть, собственно, из-за того, что а на 66-й странице зашито. То есть я вижу, что это после морфем, там бла-бла-бла, и на сочетание таких гласных с м и h. Это вот как раз случай, да? Ну, для мужского рода и для среднего, да? То есть эта фраза и на сочетании таких гласных М, анусвара и H, это штука, да? То есть это и получается, что это как раз мужской рода и средний, да? И... Здесь вот. Ну да. 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 Тут как хитро. А если у нас не анусвара... А если у нас этот... Да, он как раз срабатывает в мужском и среднем роде на нет А. Нет унусвары, допустим, там, я не знаю. Это еще не хитро. Ты не видел хитрое определение этого же? Вот она мешу будет или все-таки... ладно, хорошо. Николай, сейчас не готов более... Намешали тут всякого. Ну, как бы помучайся сам, посмотри, присмотрись. Вот если бы... Ванэш. Вот мужской рог уже. Ой, средний рог. О, это я. Ванэш, да. Я уже, да. Все поплыли. Никакой ванамешу. Что за ванамешу? Был не уже давно. Ванам это инструменталис, в смысле, именительный... Ванэшу. Ванамешу. Носорога с жирафом смешала. Не надо, не надо. Вот. Что действительно, ну, то, что прилагательные, они такие же, как существительные, ну, об этом можно почитать, но это вам ничего не поможет. Ну, да. А вот что действительно интересно, это имперфектум. Но его да. Наскоком... Ой, не надо. Насколько не возьмешь, поэтому пытайтесь дома почитать. Умным, это, в общем, грубо говоря, вот до этого вы думали, что глаголы бывают только в презенсе, в настоящем времени. То есть он был красивым и умным. Перестал, сад. То есть, скажем, если делать... Да. То есть количество знаний удваивается. То есть есть первичное личное окончание. Да, есть первичное личное окончание, а есть уже вторичное личное окончание. Не получили. Вот с этим. Рановато. Это базовый багаж, на самом деле. На нем строятся уже все остальные. Но если вы уже выучили первичный личный, то в принципе выучить вторичный личный вам уже гораздо легче. Но так как вы первичный еще не успели выучить, то вам еще... Рановато, да. Но тем не менее в домашнем задании это требуется. А так как имено я вам не даю, то придется помучиться. Да, да. С табличкой выписывать, как дурачки. А кстати, а здесь просто, ну, просто по аналогии с предыдущей табличкой, там, где у нас выяснилось, помните, там, что у нас там, ну, были. Все то же самое, что с тестом, только другие буковки в конце поставляем. Я понял. В этой эта таблица верная, я почему спрашиваю, потому что помните, у нас в прошлый раз там были отпечатки. Хорошо. Ой, а тут так много слов на долгую А. Ганга, Канья, Мала, Атмаджа, Гуха, Нича, Бхикша. Женский рай. Один способ узнать, Николай, начать делать. Сабха. 60, страница 60.
Да, да, да. На Чикша? Говорю. Это же что-то из сутр Пхикша. Ладно. Ни. Да, веды говорят, они, да. Не заткнуться никак. Это редкая вещь, но... Ведийская, я бы даже сказал. Ну, помучайтесь. Вам же нравятся веды? Да-да-да. А кто-то про Увхья... Да. И я помню. Я подтверждаю. Все, мучайтесь. Я надеюсь, что на деле возникнут вопросы, и Алексей будет писать ко мне с тремя вопросами, которые он выписал. Но он и не был горячим. Фу, холодный, блин. Я помню. Хоть же нам что-то там. Приятно. Блинам. Блинам. Спасибо за внимание. Да. Благодарю всех. Своди. Вот. Обязательно. Угу.